Добрый день, друзья! Свежее видео про березовый сок. Открыли мы с Александром Анатольевичем сезон. Вот видите, капает березовый сок. 25 марта. 25 марта. Открыли мы сезон. Обычно мы в начале апреля и до 20 апреля, а это раньше. Угу. Вот, значит, это желтая манчжурская береза. Смотрите, как она идет. Вот она идет по стволу. Как выбрать, как поставить березовый сок? Смотрим на крону. Если крона богатая, значит, вот смотрим. Видите, мы выбираем классные березы, чтобы и ей потом хватило, и людям хватило. Да, с молитвочкой. Именно сегодня не беспокойся, именно сегодня не сердись. С уважением относись к родителям, учителям и старшим. Честно зарабатывай на жизнь. С благодарностью относись ко всему живому. Господи, благодарю Тебя за то, что Ты меня учишь видеть Твоими глазами. Господи, благодарю Тебя за то, что Ты меня учишь слышать Твоими ушами. Господи, благодарю Тебя за то, что Ты меня учишь прикасаться Твоими руками. Господи, благодарю Тебя за то, что Ты учишь прощать Твоим сердцем, все больше любви Твоей, Господи, в моем существе. Дай Бог здоровья. Так что собираем для своей семьи, ну и вот для хороших людей, кто вот просит. Так, ну все, Анатолич, я пошел. Вот такое экологически чистое место. Вот так это устанавливается, как раньше в лесничествах собиралось, а в мешки, да? Вот, ну так, чуть-чуть попробовали. Еще лед лежит по северным склонам. Вот так. Так что будем, если вы заранее сообщите свое намерение о березовом соке, значит, и для вас соберем. А сейчас мы замерим. Вот ковшичек уже набежал. Чистомер, прибор южнокорейский. Сейчас замерим, чем отличается водопроводная вода от березового сока. В чем полезность березового сока? Ну, во-первых, шлаки после зимы очищает. И витамины, минералы. Вот я приготовил чистомер, приборы. Вот кружечки. И вот в ковшечке березовый сок. Сейчас заснимем, тест сделаем. Ну все, смотрите, YouTube канал Стороженко Владимир. +7 924 123 24 44 с WhatsApp, с Телеграмом. +7 914 974 45 45. Удивляются люди, а как ты все успеваешь? Вот суток пришел с кочегарки, да, топил. Завтра опять утром на работу, да, сутки через сутки, 360 рабочих часов. Получил подтверждение с летнего лагеря Суворовского училища, что все, опять меня нанимают. Третий сезон подряд. Летний лагерь Суворовского училища. Там 1500 соток. Это 15 гектар. Вот. Две компании Ламбре, парфюмерно-косметическая, lambre.ru и по здоровью 4life.dv.ru сайт и 4life.com, да? Вот компания БАДы для компетентного иммунитета. Если там что-то прихватило, там что-то поджелудочное, там эндокринная система, там брюшная полость, там, ну, вообще простуда, там еще что-то. Все БАДы для компетентного иммунитета. Да, они дорогие, но быстро раз, болеть нельзя, в строю и все, опять на работу, да. Вот, сейчас еще касса взаимопомощи Бифри, да. Вот, поэтому, друзья, все реально, пятый год работает, Бифри, есть наставники с ярким финансовым результатом. Это касса взаимопомощи, разрешена 135-м законом Российской Федерации. 159-я статья, часть 4, не попадает, потому что мы можем регистрироваться в налоговую как консультационная информационная услуга, да. 4 аудита пройдено, сейчас будет 5-й аудит. Внизу сайта там написано, да, с 21 марта 2018 года по 2022 год, сейчас будет 2023 год. Смотрите за сайтом, сейчас все, аудит пройдет. Так что, друзья, да, попадос, мошенники там, попадал кто-то. Ну, потренировались, потренировались. Мы же тоже, почему у нас все получается? Потому что тренировались, а знания дают, не забираем, не забирают. Есть цели. А представьте, что вот у вас денежек было бы побольше. Энергетика поднимается, и вот и сразу задачи, цели, и вперед, да. Тем более коллектив классный, да. Вот поэтому мы вот все успеваем. Вот и березовый сок сейчас поставим, да. Вот, и косить будем траву, да. И сетевой маркетинг там, да, и касса взаимопомощи, и много-много еще всего. Вот такая природа, да? Помогай Бог. Звоните +7 924 123 24 44 с WhatsApp, с Телеграмом. Позвоните. Что вы стесняетесь? Позвоните, поговорим. Мы же в трубку не заберем у вас деньги и не укусим. Позвоните.
Вы узнаете новую информацию, которую вы не знали, у вас раздвинутся горизонты, поверьте. Подберем вам стратегию, как вам вы продолжаете заниматься тем, чем вы занимаетесь, и плюс еще дополнительные возможности, да. Какую-то часть работы мы на себя берем, как наставники, да. Потом, когда вы поймете интерес свой, вы сами уже будете в свой круг знакомых это все нести. А мы всегда рядом, мы всегда готовы тоже вам пригодиться. Рад быть вам полезен. +7 924 123 24 44 с WhatsApp, Telegram.